Ребята, приступаем ко второму этапу. Вот у меня есть гладилки 38 сантиметров на 13. Вот одноручная и швейцарская двуручная. Ребят, кто хочет начать работать, покупайте себе вот такой вот от Neo Tool. Во всех инструментах есть. Вот 38, 48 на 13. Жесткое лезвие 0,7. Очень легко работать. Вот кого я не обучала, с третьей минуты уже люди работают сами. Намного легче, чем шпателем работать. Наполните один край раствором и вот так двумя руками будете раствор в разных направлениях наносить. Снизу и в бок, снизу в бок. Получится вообще элементарно. Берем 10 сантиметров, размешиваем. У меня теплон Venus Белый Gold, штукатурка со стекловолокном. Вот так вот ее накладываем на край. Берем две руки и снизу вверх тащим под, наверное, 45 градусов к основанию. Заглаживаем то, что было у нас, рубцы такие были здесь. Ребят, вот намазала я. Теперь ставлю в угол и тяну сюда к центру. Вдоль и поперек, вдоль и поперек. Крестовыми, перекрестными движениями. Вот так. Очень легко. Намного легче, чем шпателем. Я вам сейчас, конечно, покажу, как шпателем работать. Но гладилка вообще элементарно, ребят. А излишки потом шкурочка снимите. И вообще скажете, кто к вам потом придет, что это у вас профессиональный маляр работал тут. Ребят, вот так. Тянем вверх и потом излишки в бок. Где не хватает, вот, вот тут вот, вы видите, тут не хватает. На это место кладем маленьким шпательком заплатку, раствор. И излишки потом снимаем. А потом, когда высохнет, зашкурим. Все, стена будет готова у нас с вами. Просто все будет на высшем уровне. Вот, ребят, смотрите. Очищаем шпателем эту гладилку вот так, как скрипач я ее держу, и от себя вот так раствор намазываю. Вот раствор с одной стороны. Ставлю ее двумя руками, держу, сюда ее тащу от угла к центру. Вот так тащу раствор, протаскиваю от сухого к мокрому. От сухого к мокрому вот так тащу и протягиваю наверх. Вот так. Все отлично. Так, ребятки, пойдемте-ка сейчас с вами возьмем шпателек. Вот у меня тут куча всего. Вот, например, шпатель. Испанский, по-моему, Аймара. 35 сантиметров, самый ходовой. Сейчас мы с вами еще шпательком поработаем. Поучимся. Ну, гладилка, это проще всего. Начинать с гладилки. Гладилкой быстро работать и качественно. Руки чистые. Проблем никаких не будет. Так, берем шпатель, ребята. Как его надо брать? Сзади два пальца. Спереди вот так обнимаем вот эту шейку. Сзади два пальца. Вот он лежит, как постельки на вот этих двух пальцах сзади. Вот так. Вот так ровненько размазываю. Пойдемте, ребята. Ставлю в угол. И двумя пальцами жму на него. На этот шпатель. Вот так ровненько кладем раствор и протягиваем. Вот так. Вот какая-то крупинка. Видите, сразу у меня гряда тут появилась. Вот для этого мы с вами, ребята, и грунтовали. Чтобы никаких крупинок у нас не появлялось. Так. Кладем. Чтобы вытереть.
Два пальца кладем в угол. С сухого на мокрое. Двумя пальцами жмем. Тоже под каким-то небольшим углом. Вот так не кладем, а угол создаем, потому что нам с вами надо толщину сделать. Вот тут не хватает. Мы это видим. Что мы делаем? Мы берем маленький 10-сантиметровый шпатель и туда ляпаем этот раствор. Вот так. Наляпываем. Вот мы его сюда с вами наложили, ребятки. Теперь берем шпателек и излишки вот так снимаем. Вот так давим. Мы молодцы. Вот какие мы. Вот так. Ребята, пойдем, ведерко. Вот ведерко, у меня раствора тут немного. Я понемногу сейчас навожу, чтобы он не схватывался, потому что мешок был открытый, а это гипсовая смесь на белом гипсе, и он быстро в камень может, не 60 минут, он может намного быстрее, поэтому понемножку я навожу. Вот я нанесла на край. Ребята, идем сюда. Сюда на себя. Вот так. Намазываю. Вот опять какие-то крупинки, я их вижу. Вот, у меня гряда, ребята, видите? Вот, не промазанная. Что мы сделаем? Мы сюда накидываем раствор. Маленьким шпателем. А потом большим будем разравнивать. Накидываем. Вот так. Накидали, разровняли. Вот так. Мы молодцы. Вот так. Мы видим, вот тут не хватает. Накидываем раствор маленьким шпателем, большим разравниваем. Все. Здесь все секреты. Вот так. Где не хватает, маленьким шпателем. Вот тут. Сейчас шагрень закрыли, потом отшкурим и еще можем еще разок потренироваться. Вторым слоем. Вот так. Все хорошо. Сейчас он прихватится и можем вторым слоем уже финишно закроем с вами. Вот так. Все хорошо. Все просто отлично. Так. Ну что, ребятки, пускай сохнет наш тепломлинный белый голд. Сейчас шпательки почищу и с вами еще свяжусь. Второй раз будем после зашкурим и второй раз еще наложим раствор. И посмотрим, как будет еще ровнее, чем сейчас. Вот так очищаю шпателем друг об друга, снимаю излишки. Шпатель у меня фасадный, нержавеющий, это тоже нержавеющий. Этот вообще бригадир.
отлично, ребят. Он не оставляет даже следов черных. Когда я тут глянцевала им, все оставили, а вот этот нержавеющий нет. Значит, сплав у него с низким количеством углерода, что ли. Вот. Все, ребятки, давайте, до встречи, пока.